Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня я хочу вам предложить очень быстрый и вкусный обед. Рубленное мясо с грибочками с подливкой. Всем, кому это интересно, оставайтесь до конца видео и давайте приготовим его вместе с вами. Здесь у меня фарш, грибочки замороженные, сейчас уже разморозятся, лук нарезала, лук обжарю с грибочками, в сливочном масле и растительном масле, потом добавлю фарш, все это сделаю подливку, и будет такое у меня как бы рубленое мяско, и на гарнир будет пюрешка. Всегда, когда обжариваю грибочки, всегда добавляю кусочек сливочного масла, чтобы такой был сливочный вкус. Чисто на сливочном не жарю, потому что масло будет подгорать сливочное, а вот с растительным маслом тогда нормально. Сначала лучок обжарю, а потом попозже добавлю грибочки. Грибы у меня магазинные шампиньоны. Это блюдо можно готовить, конечно же, и без грибов. Оно, в принципе, идет без грибов. Просто я делаю с грибами. Лук с грибочками хорошо уже обжарился. Выкладываю фарш. Тоже все обжарю. И потом буду делать подливку. Любимые приправы: соль, перец и еще по желанию что хотите. Я помимо соли и перца добавлю еще кориандр и вегету. Еще у меня есть такая грибная приправа, которую я делала сама из сушеных грибов. На канале Хозяюшка Рута рецепт есть. Наберите Хозяюшка Рута грибная приправа. И там будет рецепт. Все перемешиваем и будем делать подливку. Сейчас я налью водичку горячую сюда. Вот так вот, вот такой вот стаканчик. Чтобы так не совсем покрывало фарш. Накрою крышкой и дам немножечко потушиться. Тушу примерно 10 минут. Сейчас возьму где-то 2 столовые ложки муки. Ну, где-то вот так вот. Все, хватит. Добавлю сюда немножко так молока, буквально, чтобы мука растворилась в молоке, чтобы не было комочков. А потом добавлю сметану. Можно еще добавить молочка, так, чтобы пожиже чуть-чуть было бы. Я всегда все делаю на глаз, ребята. Так, ну и сейчас сметану добавлю еще. Так, ну вот добавляем сюда сметану. Тоже на глаз. Тут у меня таких 3 больших, ну, не знаю, десертных таких ложки. Добавлю вот так вот, и чтобы не было ни комочков, ничего, все вот так вот размешиваем хорошо. И сейчас сюда будем выливать эту подливку. Если вдруг будет за густой или мало подливки, добавьте сюда водички немножко. Thank you.
Вот в этот стаканчик, где у меня была мука, я добавила горячей воды и добавляю еще водичку сюда, потому что у меня загустое получилось. Так, можно еще добавить. В общем, делайте нужную вам консистенцию. Как вы хотите? Погуще, пожиже. На любителя. Да, и попробуйте подливку. Может, чего-то не хватает. Я сейчас попробовала, мне не хватило немножко соли. Я добавила сюда адыгейской соли еще немножко. Ну все, накрываем крышкой и даем еще потушиться минут 10. Пюрешечка, рубленое мясо с подливочкой, с грибочками готово. Сейчас еще порежем огурчик и будем обедать. Всем приятного аппетита и нам тоже.